Здорово, народ, что ж, вот мои гитары готовы, те, кто следил за каналом, видели, да, я из гитары своего детства, которая была вся в наклейках, старая, убитая, сделал новый, благородный, прекрасный инструмент. Ознакомимся с ним поближе, давайте я вам о нем расскажу, стоила ли игра свеч и стоит ли брать свой старый хлам и делать из него нормальный, новый, благородный инструмент. Погнали! Обратите внимание, что вот здесь у нас больше звукоснимателя нету. Здесь просто изолента черная. Ну, изнутри там тоже есть какая-то такая прослойка. Там мастер что-то туда клал. Но это была моя идея. Мы могли пикгард сделать такой сплошной, то есть без вот этой вот изоленты черной. Но это я сказал, нет, давай сделаем, чтобы хоть какая-то кустарщина была, потому что мне нравится, когда смотрится, ну, немножечко по-дикому кое-где. Придает, так сказать, характер общего. Что ж, вот так вот она теперь выглядит. И заметьте, вот здесь у нас красуется теперь, что вы думаете? Fender. Правильно, хотели мы сюда что-то написать, но в итоге мастер мне позвонил, сказал, давай, это будет Fender, у меня наклейка есть свободная. Я говорю, а давай. Но не факт, что она здесь останется надолго. Пускай пока будет. Что ж, красивый результат. Помните, что было, давайте посмотрим. Видите, да, какой кошмар, какие-то наклейки. То есть больше 20 лет, так сказать, она вот в таком вот виде, эта гитара. А ведь когда-то она была новенькая, красивая. Вот она вблизи. Заметьте, у нас остался вот этот значок Playboy здесь, но уже никуда его не деть. Все, он уже отпечатался навечно. И что-то еще, да? А, вот еще вот этот был такой череп в фуражке. Вот он. Здесь тоже он остался, не знаю, навсегда. Это уже ничего не сделать. Так, давайте посмотрим на пикгард звукоснимателя. Обратите внимание, какой переключатель здоровый. Просто здоровенный переключатель. Вот это вот изолента. Это я так захотел. Мы могли этого, конечно, не делать. Но мне нравится то, что здесь прям, чтобы все видели, здесь нету middle звукоснимателя. Его место пустует. Тем более не так она, конечно, в глаза бросается, как вот здесь на видео. Она так вот в темноте. То есть ее, в принципе, не видно. Так, здесь у нас диновский звукосниматель с моего DinML. Американский звукосниматель. Прикольный. Так, а вот это вот звукосниматель, рельсы мы сюда поставили, хамбакер, это Kali Guitars называется фирма. Kali Guitars. Тоже американский, кстати, звукосниматель. И очень жирный звук у него. Вообще гитара получилась очень мощная на звук, очень мощная. Я бы даже сказал, что это отличный концертный инструмент, который будет прорубать площадки. Не ожидал я, что будет такой эффект. Что ж, мы лачили деку, потом полировали, конечно, то есть она лачена, не осталось вот этих вот следов моего вандализма, когда я счищал все эти наклейки. Блин, ну очень круто, черный пикгард мне здесь больше нравится. Классно получилось, конечно. Просто супер вообще вариант. Так, давайте посмотрим теперь. Видите, что здесь? Fender. Ну, это еще посмотрим там. Это такой, короче, вариант пока временный. Так, новые, абсолютно новые лады. 2 там с чем-то миллиметра, не помню уже точно. Абсолютно новые лады сюда впаяны. Так что инструмент просто в сверххорошем состоянии. Кому интересно, какая высота над 12-м ладом струн, я вам скажу, здесь 2,2 мм над 12-м ладом, 2,2. Так, вот она сзади у нас какая. Блин, конечно, дека мне нравится, как получилось. Просто, ну вообще, там с этим лаком еще теперь все. То есть мы тут даже замяли места. Вот здесь у меня был скол, вот тут. Но мастер его полностью сделал, что его теперь здесь нету. Видите, да, как залеплено. Вот, видно, что здесь теперь этого скола нет. То есть вообще все убрали. Что ж, вот такая вот гитарка. Давайте посмотрим, как она звучит. Внутри тоже все новое, все тут спаяно, перепаяно. Современный новый инструмент. Колки здесь тоже новые. Потому что колки, конечно, которые старые были, это был ужас. Вообще они
невозможно было их крутить, строй они не держали. Вот эти колки, не знаю, какие сюда поставили, но факт то, что строй тоже вроде как держит нормально. А, и про струны я забыл сказать, струны же тоже новые. Струны у нас 10.48, по-моему. То ли 10.48, то ли 10.50. Все. Так, давайте слушать звук. Для начала вот этот хамбакер, то есть бриджевый, керамический. То есть мощный тоже у нас звукосниматель он. Ну и звучит, конечно, он реально... Довольно мощно. Очень мощный звук. Ну, на то он у нас и керамический хамбакер. Причем это у нас довольно, я бы сказал, довольно близкий к чистому звук. То есть, да, такой пресет у нас блюзовый, ну и здесь он звучит, конечно. Очень активно. Да. Так, теперь послушаем вот этот вот рельсовый хамбакер тоже у нас, который в неке. Очень неожиданный вот этот звукосниматель оказался, очень громкий, мощный. Можно играть довольно тихо. Очень жирный звук, очень жирный звук. Но эту гитару я не задумывал для блюза конкретно, она такая как бы для вообще всего, то есть чтобы на ней и метал поиграть, и блюз поиграть, то есть такой инструмент как бы. Сила вообще. Причем я покрутил немножечко отверткой. Вот если поставить его совсем поближе струнам, просто начинается жесть. Короче, начинает прям все запираться. То есть вот это вот очень мощный звукосниматель получился нексовский. Конечно, никто не ожидал. Ни я, ни мастер. Очень мощный. Да, очень мощный звукосниматель, конечно, вот этот нековский. Тут, конечно, что бридж, что нек. Mm-hmm.
Да, и очень странное положение ровно посередине, смотрите. Это как будто из телефонной трубки. Почему так, непонятно. Струны еще новые подрастраиваются слегонца. И вот смотрите бридж. Среднее положение, конечно, такое, с каким-то эффектом, как будто бы. Зато можно, не знаю, как-нибудь использовать в концертном варианте, типа там. Если только так, как будто фильтр, да, какой-то. Ну, либо играть что-то такое фанковское. Очень, конечно, инструмент такой получился странный, очень-очень мясной. Можно, в принципе, даже и как замену какому-нибудь стратокастеру, который на синглах. Даже несмотря на то, что здесь хамбакеры. Они такие очень-очень динамичные, как бы живые. Мне, к сожалению, сравнить не с чем, потому что у меня, в принципе, нет ни одной даже стандартной гитары, чтобы, типа, посмотреть, вот это стандартный звук. Они все какие-то у меня со своей изюминкой, со своей харизмой. Вот. И это одна из них теперь у меня такая же, то есть определенная гитара с определенной харизмой. Так, давайте посмотрим ее на дисторшене, потому что здесь у нас большой сустейн на ней предвидится, можете себе прикинуть. Как будто это Лес Пол какой-то. Реально много. Вообще, как будто как Лес Пол реально. То есть звук, во-первых, очень жирный на неке, конечно. Вот этот звукосниматель вообще просто очень мощная гитара, такая очень объемная. Прям такая, не сказать, что злая, но такой слон такой, как будто. И очень странный, конечно, звук на вот этом среднем положении. То есть здесь противофаза, что какая-то, я даже не знаю, смотрите, да, то есть низов нету. Такое ощущение, что автовау вообще включен. Да? Не находите, как будто автовау реально.
Реально, как будто автовал. Пока она новая, к ней, конечно, нужно попривыкнуть, обуздать ее чуть-чуть. Да, инструмент получился такой смачный, конечно, очень. Жирный такой, мощный. То есть я думал, это будет такая, знаете, гитарка такая, очень удобненькая. Нет, она такая получилась, конечно, реально с характером. И вот этот, конечно, очень странный вообще режим, вот этот вот посередине ровно, когда ставишь. Что ж, вот такой вот инструмент с характером. Кто бы мог подумать, да, что из моей первой гитары, так сказать, школьной, да, получится вот такой вот монстрик. Интересно. Вот такой обзорчик. Понравилась ли вам эта гитара? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Стоит ли заморачиваться и делать из разного старого хлама себе нормальные инструменты, так сказать, вдохнуть в них вторую жизнь? Пока, увидимся на канале.